Санкт-Петербург, город мой родной, тоже претендует на культурную столицу. Но иногда я думаю, что лучше пусть Пермь претендует. Может, тут что-то такое радикальное произойдет. Вдруг вот мы все начнем ездить в Пермь. И вот что-то у вас тут построят, Лувр там новый, не знаю, государство позаботится об этом. Вы знаете, стремление к тому, чтобы было лучше, это хорошо, и амбиции – это хорошо. Главное, чтобы эти амбиции подкреплялись и вами самими, и чтобы вы хотели изменить этот город, и здорово, я за, почему нет. Написано столько песен, что я могу, так сказать, много выбирать. Могу занудную вам программу сделать, знаете, заснете по волнам моей памяти. Могу очень танцевальную. Вот, так что, ну, мне легко заряжаться. Я сама режиссер себе на сцене, сама артист. И для меня, скорее, вопрос бывает, вот как артисты играют на сцене в одном спектакле по 10 лет. Вот мне тоже тогда думаю, как вот они, вот, неужели им не скучно? Вот они выходят, играют вот с этим дядю Ваню. И вот они вот играют. Тоже, наверное, находят какие-то свои точечки. Кто с там поехал? Воробьев. Прекрасный. Ну, желаю ему удачи. Ну, знаете, вообще для меня этот конкурс какой-то совершенно абстрактная история. Абсолютно как бы такая политесная, пиарная. Ну, никакого не имеющего отношения к музыке, к ее развитию, к ее... Вообще... Буду рада, если Алексей Воробьев прекрасно выступит и нам достанется... Хорошее место. Буду вообще, почему нет? Я за наших певцов. У меня нет. Честное слово. В общем-то особо не было. И с каждым годом вообще все меньше и меньше. Сейчас вот мне, знаете, как хотелось лечь в кровать, и думаю, пошли все нахрен, весь этот мир. Хочется лечь, кроватку, завернуться в одеяльце, чаю выпить, горячего с лимоном, с медом, потом заснуть, проснуться в 5 утра, посмотреть кино и снова заснуть. И не идти на концерт. Не хочу, такой хороший отель, номер такой, телевизор есть, ой, ванна какая красивая, на пару деньков. Потом на лыжах пойти покататься. У нас тут, я знаю, горки есть. Вот так бы я сделала, в принципе. Но не делаю. Даже была история, что рок, он же перпендикулярен. Бывает там в действительности. Видимо, у нас все хорошо в стране, все всем довольны. Делать рок-музыку, чтобы выступить против оппозиционно, никто не пытается. Делать какую-то хорошую, интересную рок-музыку ради музыки, ради каких-то нот красивых и каких-то слов и чего-то тоже никто. Ну, подождем.